Привет, друзья! Приглашаю всех завтра на презентацию фильма «Жесть 3», которая состоится в городе Ровно в 19:00 в Текстильщику. В кинотеатре «Эра» нам в последний момент отказали, подвели. Я сегодня проплатил аренду зала в Текстильщику, так что жду вас там в 19:00 без опозданий завтра. Вход 50 гривен. Приглашаю абсолютно всех, независимо от возраста. Насчет того, что детям нельзя, это была просто шутка. Так что приходите, дети, берите своих отцов, матерей, всех друзей побольше. У нас в кинотеатре «Эра» был зал на 100 человек, а здесь будет зал на 700 человек. Так что приглашаю абсолютно всех и побольше народа, чтобы мне аренду купить. Серьезно, приходите все, не пожалеете. Фильм будет очень крутой. И 23 июня, 23 червня на украинской мове. Жду всех. Матов там не будет, только катание под музыку, очень крутое катание, но с Вованом, вы знаете, Вован это и матюки, это жизненно, немножко проскочит, но ничего страшного, там все по делу и очень смешно, надеюсь вы извлечете только полезный толк с этого. Что хочу сказать насчет для других моих любимых подписчиков с России, фильм будет в интернете и он будет в хорошем качестве, в оригинальном, я залью его куда-то, я еще не знаю куда залить 25 гигов. Я залью и скину вам ссылку в своей группе ВКонтакте «Мишаня» или и в первую очередь в группе ВКонтакте «Жесть 3». Еще на Facebook, конечно же, залью и, возможно, залью на YouTube, но, скорее всего, там будет блокироваться. Не скорее всего, а точно будет блокироваться из-за известной музыки, потому что в «Жесть 3» самая крутая и самая известная музыка. Я залью на YouTube, но смотреть с телефона вы не сможете этот фильм, только с компов. Учтите это, ну... Кто будет смотреть с телефона этот фильм, это уже прямое неуважение ко мне, потому что я целый год его по 5-10 часов монтировал. Поэтому его нужно смотреть только в каком-нибудь кинотеатре или на плазме с друзьями хотя бы собраться. В общем, фильм будет в Ютубе и будет в интернете везде для вас бесплатно, я делал. Так что не забывайте подписаться на мой канал, чтобы отблагодарить. И что еще хочу сказать. Я возьму после жести небольшой отдых. Немного, чтобы зрение восстановить, у меня все плывет из-за монтажа в глазах. И потом я буду выпускать видео каждый день в 17:00, это 5 часов вечера по киевскому времени, чтобы догнать график, а потом уже через день где-то так, чтобы делать его более качественно. Спасибо, что вы подписались на мой канал. Не забывайте, на 50 тысяч подписчиков я буду прыгать 10-метровый дроп. Надеюсь, у меня все будет нормально со спиной, я его прыгну, потому что она сейчас побаливает, но... Я обещал, я буду прыгать. Главное, я хочу еще попросить, у кого есть заднее колесо, я не могу поставить задний тормоз, у меня нет крепления под тормоз, и мне нужно заднее колесо для того, чтобы уже раскатываться с тормозом, прыгать дропы, и чтобы потом прыгнуть этот дроп. Так что буду благодарен, если кто-то мне подгонит заднее колесо хотя бы на дроп. Ну, типа в аренду, не знаю, вот так вот. Спасибо всем, что вы со мной. Пис! Жду всех завтра. В кинотеатре, ой, в Текстильщику на 19:00, не забывайте, приходите абсолютно все, жду всех, люблю всех, мир, новое видео завтра в 17:00 по графику.